Всем привет, друзья! Сегодня третий день марафона чистоты, и сегодня перед нами стоит задача убрать под раковиной, все расчистить оттуда, помыть мусорное ведро и помыть холодильник. Так что давайте не будем долго болтать и приступаем уже к делу. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Такую коробочку я храню и складываю сюда вот такую вот губку металлическую, ну просто как бы запасная, да, губка, и обычная для мытья посуды из фикс-прайса, тоже вот сюда кладу. Старую зубную щетку использую иногда, там почистить раковину, еще что-то. Ну вот эти вот губки, да, из фикс-прайса железные, видите, во что превращаются. Я вам не советую их покупать, поэтому больше их брать там не буду. Что еще там я храню? Вот здесь под мойкой. Там, видите, еще есть место углубления. Но так как кухня уже стандартная, она не под наш размер, кухня БУ, поэтому вот мы там выпилили под канализацию. И, в общем, туда-туда вот сзади можно составить, допустим, запасные там средства для мытья посуды. Также я там храню мед с каких-то соображений, не знаю. Ну, вот такие вот всякие средства я туда ставлю назад. Так, все, девочки, я все прибрала под раковиной. Помыла мусорное ведро. Ну и, как говорила, вот туда положила я картофель на задний план. А здесь у меня мусорное вот так ведро. То, что, ну, конечно, я не люблю, когда оно здесь стоит, мне не очень это нравится, поэтому вот так. Так, и самое интересное на сегодня, девочки, третий день, вернее, уборки, нам предстоит помыть с вами холодильник, убрать все просроченные продукты или лекарства пересмотреть, которые мы там храним. Вот здесь все нужно разобрать. Если у кого холодильник оборудован вместе с морозильной камерой, значит, разбираем в морозильной камере, но у меня морозильная камера отдельная, поэтому я буду снимать отдельное видео о том, что в моей морозилке и как я ее мою. Так что продолжаем и начинаем все освобождать из холодильника. Я беру вот такой большой таз, вы можете взять все что угодно, все что у вас есть. И начинаю складывать сюда продукты, которые, ну, можно положить. Кастрюлю, соответственно, уберем туда, на стол. Shutterstock Music. Так, лекарства, конечно, перебираем, и то, что просрочено, выкидываем. Shutterstock Music. Витамин П тоже хороший. Это я использую, кстати, для укрепления волос, ресниц. Я вам дам ссылочку, посмотрите, как я навожу масла для головы. И эти же масла можно использовать для укрепления ресниц. Девчонки, чем обычно мою я холодильник? Это обычная вода и мистер Пропер, который, наверное, все знают и все любят. Просто наливаю вот так пол колпачка, половину колпачка на половинку ведра воды, вот такого маленького. Промываю
протираю, а потом брызгаю уксусом и вытираю насухо каждую полочку. Сейчас я промою пока вот эти полочки, потому что мне надо сложить туда лекарства. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Так, сейчас я вот эти полочки пойду помою в ванне, вот, и поставлю их на место. Так, а теперь, прежде чем вешать полочки на дверь, я эту дверь помою и вытру насухо. Shutterstock Music. Так, все, полочки помыла. Теперь можно все составлять на место. Теперь займемся вот этими полками. А на полках, смотрите, какая грязь. Полки вот такие все грязные. А, и крошки, видите, вот в уголках вот там и крошки лежат у нас. И, в общем, и что-то там разлито даже вон. Было разлито. В общем, все это я отправляю сейчас в стеклянные полки мыть. И также все будем протирать уксусом и ставить на место. Так, теперь задача, прежде чем полки устанавливать на место, нужно все внутри промыть, вытереть насухо и потом уже полки. Сухо внутри все, а потом пройдусь тряпочкой и уксусом, чтобы убрать и запах лишний, ну, ненужный. Так, что я делаю сначала? Я ставлю полочки, а потом уже протираю их уксусом и водой, ну, уксус с водой и тряпочкой протираю. Еще вот эти вот лоточки корыта я совсем забыла помыть, поэтому я сейчас иду их мыть. Давайте уже начнем. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.